Здравствуйте, дорогие друзья! С вами всегда Владимир Толочко и компания Sun Motors. Итак, сегодня у нас на обзоре Honda Accord 2009 года с объемом двигателя 2.4. Этот автомобиль отправляется в Кыргызстан, в Бишкек. Ребят, один из наших клиентов перешел в наш офис и вот приобрел такой автомобиль. У автомобиля повреждена правая сторона. Давайте сразу посмотрим на правую сторону, что у нас здесь. Ребят, из повреждений мы имеем поцарапанный бампер, немножко разорвано крепление. У нас подмято правое крыло. Есть царапины на фаре. Вы видите, в каком состоянии. Далее у нас разломано висело зеркало. Мы его все сняли, упаковали, положили в багажник. По поводу правой двери. Ну, я думаю, что ее можно будет стараться починить. Вот вы видите, да, здесь как бы есть нюанс с серебром. Но, опять же, обратите внимание, у нас здесь поцарапана ручка. Нету части ручки, она вырвана или отломана. Далее у нас есть повреждение правой задней двери. Вот здесь вот такая царапина. Здесь царапина глубокая. Здесь есть. Но это я думаю, что уже при открывании. Есть царапина на задней четверти. По поводу заднего колпака, да, то есть вы все видите, что его проще выбросить, чем восстановить. То есть, но опять же, мы ничего не трогаем без согласования с клиентом. По правой стороне бампера, да, тут есть царапины. Задний фонарь правый, полностью весь целый. С бампером у нас есть еще вот царапины глубокие, да, то есть все это отмечено. Все царапины, которые есть на багажнике, я думаю, что они сполируются просто. Ну, ребят, 90% их можно сполировать. Левый фонарь у нас весь целый. По левой стороне, ребят, ну, вы видите, да, то есть как бы визуально сторона вся целая. Есть небольшие вмятинки вот такого плана, это дентики, да, то есть как бы мы их все разрисуем. Андрей, возьми маркер, пожалуйста. Мы все разрисуем, отметим, вот как здесь вы видите, да, то есть вот здесь вмятина, там вмятина. На крыше у нас есть как будто какие-то царапинки, но опять же это царапины, я думаю, которые сполируются. Опять же напомню, ребят, автомобиль отправляется в Бишкек. Диапазон цен вот этих автомобилей Honda Fit примерно, я думаю, можно их искать от 1,5 до 4,5, в зависимости от года, от состояния, от пробега, от удара. Опять же, вот этот автомобиль брали в Нью-Йорке, в Лонг-Айленде, откуда я не советую брать вообще никогда. Но заметьте, в этом автомобиле все хорошо, ничего не пропало, ничего не сломано, нет каких-то дополнительных повреждений. Продавала страховая компания, вот обратите внимание, 2009 год, лот номер, продавала Travers Property and Casualty Insurance, то есть это именно страховая компания. Сейчас вот я отмечу, вот эти вот все моменты, я как бы отмечаю такие, которые уже видны, которые глубокие, то есть вот такие моменты. Есть вот царапины на фонарях, то есть как бы вот это все также отметим. Это краска, которая смывается, то есть, ребят, не переживайте. Резина. Насчет резины, обратите внимание, она у нас такая, как вам сказать, задние нужно менять, передние еще более-менее. Давайте я вам открою внутри, то есть смотрите, мы все убрали, все пропылесосили. Автомобиль, как всегда, приходит грязный, с кучей мусора внутри, но на данный момент, вы видите, здесь все чисто, все убрано, все пропылесошено, висят вытяжки влаги, работает музыка. Давайте я вам покажу, что у нас в багажнике. Смотрите, в багажник, как я и говорил, мы поместили вот этот остаток зеркала. Лежат каверы с этого автомобиля. У нас также здесь есть докатка, ремкомплект. Все в таком состоянии будет оставаться и отправляться нашему клиенту. Подарок мы посмотрим, там положим какие-нибудь. Что-то положим, я не знаю, там какие-нибудь аптечки, что-нибудь такое. То есть клиент, имей в виду. Так, давайте сделаем небольшой драйв-тест вперед-назад. Потому что когда я разговаривал с клиентом, он очень переживал, что автомобиль, чтобы он завелся. Ну вот клиент, он работает, он заведен. Уровень масла нормальный. Не горит ни одна лампочка, кроме лампочки пристегнуться. Полный бак бензина, понятное дело, что мы хотим ее слить, для того, что нельзя отправлять с баком. Но не знаю, посмотрим, сольем, не сольем. То есть, как бы, по крайней мере, мы не сливали ничего. Так. Вперед-назад, давайте будем пробовать. Саш, я запаркуюсь там, поэтому давай вот так вот мы как-то. То есть вы видите, он едет спокойненько вперед. Ну и сейчас попробуем назад его
запарковать так, чтобы он никому не мешал. Здесь зеркала нет, поэтому парковаться довольно-таки сложно без зеркала. Но ничего, сейчас что-то будем пробовать. В общем, вы видите, клиент, ты видишь, да, то есть автомобиль в нормальном техническом состоянии. Заводится и едет на автомобиле 107 тысяч миль пробег. То есть это небольшой пробег для Honda Accord. То есть я поздравляю тебя с таким приобретением. То есть, сори, музыка работает. Мы хотели показать, что музыка работает, а он тут орет уже. В бардачках все чисто, все просто так. Автомобиль пришел с одним ключом. В автомобиле стоит там какая-то дополнительная сигналка. Вот так вот выглядит один ключ. Все, вот. Автомобиль готов к отправке. Мы не показали вот передний бампер. Вы видите, да, вот здесь такой нюанс есть. Вот это у нас. И у нас здесь поцарапана вот эта сторона. То есть, как бы, все это мы сейчас отметим. Вот так вот. Вот так вот. Все, клиент, мы тебя поздравляем с приобретением. Ребята из Кыргызстана, имейте в виду по поводу автомобилей. Доставляем много, доставляем постоянно, отправляем контейнерами, не только по одному автомобилю. Обращайтесь в наши офиса, либо пишите мне напрямую, +1 267 632 4774, Viber, WhatsApp. Все, с вами, как всегда, Владимир Толочка и компания Саумотос. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем бай.